1 по 9 января гостями подмосковных парков стали около 1,5 миллиона человек, при том, что годом ранее количество посетителей за аналогичный период составило всего около 864 тысяч. Главным событием стали ледовые шоу, прошедшие в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Красочные представления подготовили титулованные российские фигуристы Евгений Плющенко, Илья Авербух и Татьяна Навка. Все три шоу «Щелкунчик», «Ледниковый период» и «Белоснежка» прошли и в Одинцовском парке Малевича. Также в период каникул пользовалась спросом лыжня в этом парке. Ее посетили более 1500 спортсменов, рассказал глава округа Андрей Иванов.